Ну что, ребят, первым, наверное, первый вопрос, который меня интересует, который хочется мне понять. Вы вместе или не вместе? Мы не вместе, Влад. Мы не вместе. А что целуемся тогда? А это просто... Что-то я, короче, вот реально попутал. Нет, поцелуй — это когда два человека участвуют в этом, поэтому, как говорится, я думаю, что вы вдвоем тогда попутали, нет? Ну да, получилось так, что вдвоем попутали. Ну если вы целуетесь, вы же, наверное, друг другу нравитесь, да? Это логично же. Ну, с моей симпатией, ой, моя симпатия вообще с тех пор, она как бы... Спасибо, Юль. Меньше-то она не стала. То есть она все та же. Так в чем проблема-то тогда? И Юлька говорит, что у нее симпатии меньше не стало. В чем проблема быть вместе? Объясни мне, пожалуйста. Мы не как мы разного поля ягоды, я думаю. Мы друг друга не принимаем, вот и все, как бы. Ну, если говорить прямо об отношениях, о серьезных отношениях. Я сразу был серьезно настроен. Сразу я показал, каким я могу быть, когда я в отношениях. Нет, то, что мое поведение не соответствует тем стандартам, которые есть у Саймона, то, наверное, да. Но в принципе я всегда готова меняться. Так, Саймон, как бы ты прозрачные намеки понимаешь или нет? Сейчас об этом слышу, не знаю. У Юли есть такая одна проблема. У меня намного больше проблем, у меня намного больше недочетов всяких. Просто я хочу указать на то, что Юля сама не проявит инициативу, если не поможешь ты, не поможет коллектив, не поможет подруга Юны и так далее. Саймон, когда она вчера целовалась с тобой, поверь мне, никто не помогал. Не я, кто? Не коллектив. Тебе никто мне не помогал. Кто бы нам помогал? Я сверху на ней лежал, она не могла вырваться. Ну так в том-то и дело. Но она же, извини меня, пошла к тебе помочь, видно, навстречу. Саймон. Есть ряд вопросов, с которыми я не могу мириться, вот и все. Юля до сих пор считает меня в чем-то виноватым. Да я не считаю тебя виноватым. Нет, вчера ты просто сказала, ты типа не хочешь там извиниться за что-то. Я говорю, я не говорила про извинения. Да ты сказала об этом. Я говорю, а ты не хочешь извиниться вообще за свою поездку и то, что ты вообще в неведении была? Вот я сейчас возьму, уеду на месяц и вообще просто, к примеру, пропаду. Но если мы будем в отношениях. Когда не в отношениях, то это нормально. Я же говорю, ну, меня это очень сильно зацепило, не хочу это принимать. Ну, не могу, не умею. Саймон. Сложный я человек, согласен. Меня постоянно в этом винят. Не, подожди, я не хочу тебе говорить, там, сложно, ты не сложно. Давай так, у тебя к Ире Пинчук чувства есть? Она мне приятна. Слушай, приятно. Я тебя спрашиваю не про пастилу, которую ты можешь в рот засунуть, а про живого человека. Мне нравится ее отношение ко мне. То есть на дружеской волне даже она беспокоится. Я не спрашиваю про дружескую волну. Давай забудем про... На тебя в женской спальне так беспокоится о тебе. Давай забудем про то, что Ира Пинчук человек, и вспомним про то, что она девушка. Она тебе как девушка нравится? Как девушка нравится. Ну, как девушке мне много кто нравится. Ну вот. Хорошо. Она нравится тебе настолько сильно, чтобы попробовать с ней отношения построить? Возможно. Что значит возможно, Саймон? Потому что, ну, она сейчас не рядом, я не знаю, что я ощущаю. Ну, она когда была рядом, она же была рядом. Да. Ну. Ну, в итоге мы дружили, мы не были в отношениях. Так. Хорошо, давай по-другому. Вот если представить волшебство, кому больше тянет, к Ире или к Юле? Честно. Даже не знаю. А ты подумай. Не знаю даже, не могу сказать. Я подожду, пока ты будешь знать. Пока у меня уши не отвалятся от холода, я подожду. Ну, хотя в городских квартирах я сказал же Юле, что я хочу ее. Я много кому такое говорю сейчас. Саймон, ты Юлю хочешь целоваться, целуешься, тебе что надо еще? Ну, очевидно, у вас была история, которая, очевидно, не закончена. Юля, хорошо, она не понимает своей вины. Но, Юль, извините перед мужиком уже, и как-то, вот, ну, ты как маленькая, правда? Так я хотела сегодня подойти и, в первую очередь, извиниться, ну, вот, за то, что произошла такая ситуация неприятная, за то, что ты тут переживал все эти дни, когда меня не было, отдувался за нас двоих. И, возможно, тебе было здесь некомфортно. Вот. Я хочу, чтобы ты не держал на меня зла. Правда, ты мне по-прежнему нравишься. Вы что, подменили, что ли? Нет. Я что-то понять не могу, что произошло вообще. Вот, все, не обижайся, давай щечку тебя хотя бы поцелую. Саймон. Офигеть. Ну что-то вот... Вообще просто офигеть.